такое ощущение, что в нынешней российской власти вообще никто не симпатичен. Кудрин, почему? Бывший лучший министр как экономики всех времен народов, там, причем тоже вроде не по российской оценке, не нравится, некомпетентный. А почему лучше-то? Ну я не знаю, но это не моя оценка. В каком году его признали лучшим? В 2007-м. Потому что он средства резервного фонда вкладывал в казначейское обязательство. Никто не нравится. Медведев не нравится. Почему никто? А кто вам нравится? Голикова мне нравится. Голикова нравится? Зачем вы сказали, что ее не в свое дело. Не надо на меня пальцем показывать. Зачем ее засунули в Минтраф? Потому что это последний человек, который знал, как делать бюджет. А ее убрали? Нет, Голикова на своей должности. Была. Сейчас остается. Нет, она, может быть, знает проблемы трудового страхования, да, там же объединили два министерства. Вы возьмите всю административную реформу, которая была сделана при Путине. Зачем надо было объединять Министерство образования и Министерство высшего образования? Нет, да еще брать Фущенко, младшего. Голикову надо сделать главой Минфина. Она была бы более сильной, чем Кудрин. Потому что когда он приходил на работу, он говорил, а где Голикова? А если сравнить с Силуановым нынешним? Вы знаете, с Силуановым я сталкивался мало. Когда он был помощником у Касьянова, и потом, когда ушел в Минфин, я с ним не сталкивался. Но он серьезный, по-моему, товарищ. Я не знаю. А вы когда свои... Вообще, самые сильные вообще были, это, естественно, был этот... Касьянов или как? Уже забыл. Касьянов? Ну, министр финансов, да? Касьянов как, был. Как министр финансов? Да, Петров, Володя, который... Нет, который в Совете Федерации. А Задорнов, который... А Федоров? А почему, когда Петрова посадили в Лефортово, там, за какую-то мелкую взятку, он им бюджет 97-го года делал в Лефортово? Потому что они не могли его сделать. А слушайте, а вы когда ходите и свои советы раздаете, вы Голикову рекомендуете в качестве министра? А меня об этом не спрашивают. Меня спрашивают про наши активы за границей. А что, их до сих пор не нашли? Нет, они известны. Но там спрашивают, а кто наследник?